А вот, допустим, ну, в каком-то бытовом плане. Сейчас мы раз про быт заговорили, я вам расскажу о нашей традиции. Мы пристраиваем приютских кошек, в данном случае котят, зрителям. Да, это кто у нас? Это котик Степа. У нас, кстати, такая есть подтрадиция, к этой традиции у нас гости могут придумать имя, если вам придет в голову в течение эфира. Хорошо. Да, по-моему, как Степа прекрасный. Ты, вот, да, красивый. Считаете, что подходит, да? У вас, кстати, есть домашние животные? У меня есть британец. Британец, да? Да, по имени Михаил. Я обожаю британцев, они такие независимые. Я обожаю кошек, да? Да, котов, кошек. Это. Ну, это, а как зовут британца ваши? Миша. Миша, Миша, да? Да, он похож на, поскольку он плюшевый, похож на плюшевое животное, мы его Мишей назвали. Это первый кот? Да, вот. Первый кот. Первый. Сейчас он живет с родителями, вот, я один, но, да. То есть, а в детстве не было животных? У меня никогда не было, да, никогда не было. Я всегда хотел, но вот, собственно, он появился, когда мне было... лет 16, наверное, 15, вот, и с тех пор он неотъемлемая часть нашей семьи. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».